Если ты кладешь неправильную прокладку, то у тебя попросту игра. Ой, фу, блядь, у тебя попросту нет контакта и ГПУ перегревает. Ну вот надо. Если ты кладешь неправильную прокладку, то А, кстати, я пизда зашел, я. потекает. Вот. Тварен, на меня сразу запади. Я перепахнулся. Я же почти пришел. Не помогайте, блядь. Я там же новый стул взял. Блять, вы уже кот побежали, ебаный рот. Наоборот. Ну, я на Диму перепахнулся. Прикольно, что пати не развалилась, я зашел за свою пати. Да, кстати. Сундук, сундук, сундук. Немного проебались. Ну что-то в сундуке не особо ничего не было хорошего. Ну я про это говорю, там можно было пиздец сундук взять, но не хватило времени. На время, которое хуйня, помню. Там 30 секунд было на собрать 30. А что это за бомж? Райден 10 какой-то, блядь. О, сундук. Ёпта. Где сундук? Да вот, я открыл уже. Это который задала валюту, что ли? Нет. Просто сундук. Может, просто ты заметил, что он задонат валюту. Да нет, ну нет, просто было надо. Типа, нажмите и все. А что, в шахту так, пойдем? Нам не в шахту, нам не. Ну нам обойти надо. Ну зачистить она там. Она маленькая шахта да. Будет сейчас. А, ну хотя да, это подвал уже. Вообще идет. Опа, кто это? Рома, шлепка пришел, да. Угу. Ах ты, блядь, Ромка. Ромка. Ромочка. Так, дайте я скилл поставлю. Не могу все никак поставить. А как его поставить сюда? Блин, не хватает слабо под скиллы. А чё мне пизды дают? А, потому что вы 25 уровня, ну. Ну, вообще тупо. Вот они виноваты, я вижу, что уже не качался. Ебать их тут. Мама. О, хорошо, заходит. Как вам дождик выстрел? Неплохо скинец. Кто-нибудь стримит его? Да. Дима. А, не, я не стримлю. Я записываю. Один я записываю. Я записываю. А кто за кого играет? Два Некра и... Магичка и... Я так понимаю, за Некра играет Дима и Викс, да? Нет. Дима и Тёма за Некров. А, да. Я за лучника. Я первородный Некр, Дима так, блять, жалкая пародия, нахуй. Он этот скелет поднят из могил, да? Да. Но он считает, что он Некр. Ну... Мало ли что он считает. Его мнение очень важно, но при выборе решения оно учитываться не будет. Типа того, да? Странно, что Дима молчит. Бля. Он просто в помню, что хотел рассказать. На двух кнопках. Шел в магазин, когда. Я же написал, что в магазине. Иду в магазин Пятерочку. Стоит мама с дочкой. Дочка такая, ну, маленькая еще. И с собакой. Вот. Собака что-то такая замерла, ну и не двигается. Эти такие, что с тобой? Я не знаю, что с ней происходит, на панике такие. Я подхожу ближе, смотрю, а собака просто срет. Я такой, бля, они там ее гладят, что с тобой, что с тобой? Собака кричит, стоите, блядь. Я думаю, вы что, ебанутые, что ли, совсем? Собачка, что с тобой, миленькая? Я сру, блядь. Ты что-то потеряла, собачка. А, не давай ее трогать, что-то гладить. Она в ахуе не понимает, дайте мне посрать спокойно, блядь. Ой, бля. Мне надо собрать кости. Кости, кости, кости. Аурика. Так, надо прокачаться. Бля, как больше скиллов использовать? Не знаю, у меня еще тут
Я всего три использую. У меня уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, в общем, все скиллы еще, но и качнуло, мне не хватает. Для очков-то, блять, хватит. Не, ну мне хотя бы просто поюзать, посмотреть. Я просто беру один какой-то, качиваю его в максимум. Со всеми бонусами. А, блядь, 12 костей надо, ёб твою мать. Да, блядь, ёбаные скелеты не дают прокачаться. Попробуй вот этот скилл. О, бля, я уровень взял. Рома просто ливнул. А что ему еще делать? Ну да. Нужно больше времени. Так, кости собраны. Найди пещеру с артефактом тьмы. Блядь. А как у вас квест называется, кстати? Может, у меня есть такое? Или нет? Не может быть у тебя такого. Ну, это на некроманта, блин. Скорее всего, у тебя идти-то, будет, блядь, свой квест отдельный. Подожди, ща, да, докачаюсь, Дима, блядь. Я все тебе покажу. Что ты мне там покажешь? Помечено на маленькой карте показано, свой большой что идти вон туда-то. Так, подожди. Ебать. Что я нашел туда, пойдем. А тут события. О, попаем, чекнем. Сундуки, сундуки. Каледа, каледа, открывайте. Врата. Врата? Ебать. Врата, блядь. Ебать. 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 Он даст нам пизды. Не думаю, сейчас я ему тут дам пизды. Короче, он жесткий. Он сейчас в какой-то вот момент начнет кучу этих пидорасов призывать, которых надо будет убивать. Прям большую кучу. Но я занят лично убийством тех, кто его бессмертным делает. Да, в том-то и дело, что мы можем не успеть его упиздить, этого хуесоса. Да я пиздим на все. Но у нас же время требуется, ну, да, на упиздывание. Минута идет, кстати. Я тогда не успел. Я еще не готов. Ну, время это для того, чтобы награда лучше была. Ну, а нам что, не нужна лучшая награда? Да. Я нужна. Все, пиздите, пиздите, пиздите. Со всех скиллов летайте. Я еще не готов. Я, блядь, нет, я сказал, он опять. Ну, у него должны успеть. Да. Что там? А, еще одного надо. Еще одного. Нет. Все, 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 все. Воу. Нихуя не все. А, почему он? Двух, вот, два. А, еще вон. Блять, хуярьте. Морожу пидораса. Бейте. Он бля, еще и ослаблен. Все. Блять. Блять, он сел. А, не успеем. Не успеем, все, он четверых поднял. А как он сел сейчас? Да он успел этих вызвать духов, которые. Как его... я и сказал, он пидорас. Больше времени. Эх, блять, у меня проблема. У меня бутылки кончились, я прям под ним стоял и выступил, ебаный хуялил. Ну бьет он зачет, так сказать. Нужно больше времени. Ну все равно неплохой. О, оранжевый шлем. А ты, блядь. О, нихуя себе. На нахуй. Еще амулет желтый какой-то выбил. Не, ну это же неплохо, я скажу. Ну да, интересно, какая же была бы награда, если бы этот. Ну, наверное, как кажем по оранжевой шмотке полевого, наверное, выпало. Если положились. Не, ну слушай, нет, вот эти штуки были нахуенные, типа. Проходить. События-то? Угу. События, да. За них частенько дают хорошие шмотки. И кач, в принципе, неплохой с них. Дополнительный. Так, ну это скилл не играть. Я не понял, что это темное окружение. А, вон, блядь, куда идти. Ебаться в уши. Что ты ругаешься, блядь? Ага, Дима,
За тебя видео мое забанят. Монетизацию снимут. Петух. А то она у тебя, блин, сейчас там есть. Есть. И даже вывести можешь, поди. Нет, конечно. Но она-то есть. Ее не отменяли. Просто для, для русских. Пусти сам. Нет. Ненавижу эти ебаные ходящих коконы. Текущий говна вылезает. Ебать, это получается у меня двое. Нихуя себе, цените, пацаны. Я и моя тень. Бля, прикольный скилл, слушайте. Тут у меня уже больше нравится. Подвал пойдем, не? А давай. Хижина. М? Хижина, говорю. Ну, это один хуй подвалы. Пиздец, левой рукой неудобно жрать. Бля. Ногой. Сразу сундук достал. Ебать, сразу в сундуке две желтых шмотки упали. Понятно, все. Ноль. Ебать ты лох, братишка. Ну, и по уровню, и так. Блять, мне курсор в этой игре не нравится. Он сливается совсем подряд, блять. Как его можно вообще поменять, цвет ему или чё? Цвет не видел, а вот размер можно. Размер нормальный, цвет у него такой, что он сливается совсем. А можно старую перчатку вернуть, помните, как раньше было? Блять, но я не видел такого, я же говорю, не видел. Ни цвет, ни... Ну-ка, а подожди, подожди, вид. Настройки, подожди. Бля, ебать, пролак. Здесь игра виснет, конечно. Так, значит, получается... Получается что? Ну, вот это не знаю. Так, тогда получается, ну что? Я не вижу курсор. А, вот размер указателя мыши, графика. Ну, я говорю, размер видел. Но Дэн, ты не размер хочет менять? Да, я хочу цвет поменять. На более заметный. Ладно, размер поменяю, хули. Максимальный, блядь. Ничего тихо не поменялось. О, еще подвал. А ты применил? Да. Сейчас еще раз. Настройки графика. Что, заходим? Я уже зашел. Я уже пиздец. Ох, ебать, он огромный стал, нихуя. Ну и теперь ты его точно не потеряешь. Да вот хуй его знает. В пылу сражения. Ой. А, на маленький вернул назад. Хуйня, это ваш огромный простор. Бля, ну теперь я вижу, хоть куда стрелять, блядь. Вообще там цвет сам же меняется, когда ты атакуешь. На красный. Нихуя. Не особо. Он сейчас красный. Я понял, но он маленький, видимо. Его, бля, я его теряю постоянно из виду. О, эликсир. Блять, надо в город пойти продаться. Ну. Я еще достаточно. У меня еще дохуя места. Не, да, у меня еще на заход хватает. У меня весь инвентарь в рыжке. Не в рыжке, а в этом в желтухе. Сейчас я уже хотел сказать, ебать ты, хацкер. Весь инвентарь у него в рыжке, блять. Я за всю ночь набил все две штуки. Да я ноль. Я в кабинете ночью спал. А я сейчас выбил одну. О, что я звоню? А, это ножичек. А, это вручный меч, не в пизду.
О, железо. Дамаги больше, чем у моего. О, у меня редкий амулет Геральт. Геральт? Геральт плоти, если точнее. Я нашел по нужное подземелье нам. А, прибегу. Я около него стою. Бля, а мы походу туда не сможем войти. Да. Ты даже не прожимается? Тогда я в город портаюсь, потом на вас портаюсь. Заодно. Я пока бегаю и фармлю уровень. Давай, Рамутуль, зайду, чтоб сразу на меня портайтесь тогда. Давай. Так, грузится и... можно. Ну-ка, я смогу зайти. Эй, слышишь? Ну, ты должен. Надо поговорить. Что, я внутри. Что? Можете тапаться. Она сможет выпнуть, наверное. Ну, сейчас, ладно. Есть такой вариант. Я, блядь, куда, сука, пошел? А ты с базовыми скелетами, что ли, ходишь? Ебать, 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 ебать. 5 штук? Вообще жесть. Ян. Нет, маги холод и налетчики. Ну, налетчики, в смысле базовые, верхние. Ну да. Поставил 5 штук их? Просто. Да. Так, жнецы. Ну я портанулся. Жнецы дамаги больше вносят. Жнецы больше дамаги вносят. Плюс у них есть перк, который трупы создает. Второе усиление. Паша. Пашка пришел, да. Пашка опять. А вот есть кости. Что кости? Это в книге, ёпта. Вот, вау. Да, я скелетов на кости переключил, магов. На, я их не юзаю. Я на тьме. Там просто есть пассивки, которые еще усиляют их. А у жнецов, короче, второй перк, это жнецы с вероятностью 15% отсекают достаточное количество плоти и остается труп. Так, все на месте? Ну все, пошли. Так, штука чнутый. Какие аутичные духи. Как моя магичка замораживает привидений, блять. Пусть знает, я из призраков и скелетов как-то кровь получаю. Как ты это делаешь? Ебать. И трупы, кстати, тоже из призраков. Вот как. Я, короче, когда их замораживаю, я на них уязвимость навешиваю. Mm-hmm. И когда станет, я на траве тоже уязвимость. И когда их станет, тоже уязвимость. Вот можно так дебафов навешать, чтоб их дожить. Я еще не готов. О, они все. Что, прошли? Я, кстати, вижу, я могу даже победить с ним. Повторяй, да, за мной. Я тоже. Чё, прикиньте, тоже они сейчас тоже големов делают. Да, прикинь, дух научит этих дилетантов големов делать. Ничего у них интересного получится при этом. Ну такая хуйня корявая какая-нибудь. У одного с луком. О, призыв големов. Еее! Так, какие? Во! А ну, костюмы сначала. Видите, да? Какой красавчик, блядь. Дерзкий красавчик. Это на другую кнопку, что ли, надо? Викс, а у тебя квест? А, да. А пойдем в твой квест. Какой? Ну... на 25 уровне какой-то топовый, как у нас голем. Нажми, короче, знаешь, на что нажми? Нажми на I, ну, короче, книга мертвых. Вот у тебя тут... А, ну тут, наверное, не книга мертвых, хотя бы, что-то другое. Я хотел сказать, ты что-то пизданул ему сейчас. Ну, тут, короче, скиллы, которые... Есть у тебя какие-нибудь скиллы, которые вот базовые такие? Вторая вкладка, то есть нажимаешь А, у тебя там должно быть три вкладки. Персонаж,
центральное и умение. Вот он про центральную вкладку. Да, не, есть что-нибудь такое? Пока нету. Ну, как бы есть серия приемов, но она закрыта пока. Чтобы открыть, пройдите задание разбойника истинных. А, разбойник истинный потенциал. Вот, мы вот, он правильно говорит, что надо задание пройти. Да, и там у тебя есть кнопка R отслеживать квест. А, ну, типа. Кстати, да, есть. Ну нажми, ну вот. И... R. А, о. Да, кстати. Это у всех, наверное, классов есть такое. Волшебник, наследие магов, у меня вот есть какая-то хуйня. Ну вот, да. Он будет пройти, давайте пройдем. Кто-то. Так. День-ночь, наверное. Беру квест. А где он находится, непонятно. А, о. А чё ты удивляешься, что типа падковую ночь стали ставить? Ну да. Уже давно. А падка, мне кажется, сам раз в ночь поработаешь с этими дундуками, блять, в смену не сидеть. Ну да. Я пойду камешки сделаю. У меня вроде накопилось еще немножко. Что там? Вы камни крафтите же, не забывайте. Я пока ничего не крафчу. Я вообще не знаю, что такое крафтить. Это что-то с пивом связано. А ты? На каком уровне коня дадут? Не отвечай. Не на каком, по-моему. После прохождения игры, по-моему, сказали. И от тебя разит засохшей кровью. Ты убийц. На уровне спизди, нет. Слышь, ну, не спизди? Да. Уровень цыган. А прикинь, короче, цыганская игра. Проходишь игру, чтоб тебе дали коня, короче, блядь. Да. Угнать Олилит, блядь, за 60 секунд, блядь. Не, ну вот это было написано, насколько я помню. Либо покупай. Крутую версию. Это Лилит потом будет. Ценные монеты. Помоги найти сестру. Кто Лилит? Оседлай Лилит хочешь? Да. Да, было бы неплохо. Ах вы, блядь. Унария получилось. Да так получилось, что пиздец. Да, что уже в четвертую часть Диабло играю. Да. Так, ну я взял квест, пацаны, прохожу. Сейчас, так. А вы, кстати, знали, то Лилит была во второй части Диабло? Я еще не готов. Как, короче, я там... Как открытый год. Ты убиваешь, типа, Андриэль, но, типа, это Лилит. Ну, типа, да. Этот, анимация и внешний вид, это был Андрей. Да, только она синего цвета. Вот. Да. О, алкоголизм? Ну да. Не, ну это типа все равно отсылочка. Ну да. Да там даже в первой части, когда в Диабло играешь, там всякие полянчики находишь. Там же и про Мефисто есть упоминания, и про Лилит. Вот, просто это... Их как бы в игре не было. А, кстати, прикол в том, что когда первую часть играли, у главных героев же не было имен, это потом придумали. То есть, его не звали там Айда, короче, первую часть его звали, блядь, никак, нахуй. Воин, маг и лучник. Какой-то охуело. Ну да, да, то есть, там просто чувак не потом его, блядь, делали. Сыном короля, блядь. Ой, Барат, извини, я не хотел. Бля. Кстати, как здесь мясника найти? Не знаю, я как-то в какой-то подземелье или кто-то залез тогда, помню, на бете. И нашел мясника. Он девятый. Так, а где Саня? Ну, портайтесь на меня. У нас порта нет куда надо. Слышно? Да. Наша новая сестра. Я телефон. Ты в ночь? Много. А, я в ночь. Арана, Квинтан. Убили быстро. В этом году меня стали ставить в ночь. Понятно. А вот, говоришь, тапаться надо. Чё ты говоришь? Да он нам. Тапаюсь на Саню! Так, и как вы попасть, там не понял. Вы там подождите или не знаю, я сейчас просто бегу, чтобы вообще взять это задание. А у тебя ж нету 25-го. А у меня вот, я могу хуйню взять, типа. Я бегу ее брать. О, реликварий. Деньги. Бля, не помню, как туда попасть. Обходить, что ли? А, ну да. Ты метку поставь, чтобы мы понимали, куда тебе идти-то. Все, вот сюда. А, ну да, тут просто справа.
Тут надо продолжать искать бахты. Видишь, кровь, блин, сколько наносит, говорю, имба ебаная. Ну и как тебе, Пашка, по ночам работать? Да нормально, сейчас вот сижу, да потом пойду спать. Это правильно, я так же делал. Главное не проебать магистрала. Подвал. Подожди. Да, там всего один, всего два графика, которые надо не проебать. Ну когда ты спишь, ты видишь только, блядь, а у Димы миллиард графиков, которые надо не проебать. И все еще это не сложно. Все еще это не очень-то и сложно. Бля, я же на работе, я забыл. Серьезно? Да, шучу. Я так сидишь, такой, я забыл. Что, в подвал идти? Да, давайте. Но мы уже в подвале. Зачистим подвальчик. А ты на рабочем... А ты на рабочем компе играешь, или? Нет, я сюда лег. А, ну, в принципе, да. На рабочем, да. Они на домашнем компе работают, на рабочем играют. А, я забыл, да. Я все думаю, что он в Москве сидит. Но... Да, если бы он в Москве сидел, там не особо что-нибудь поменялось. Не, ну там играть не получилось бы, это факт. Блять, ну учитывая, что мы даже в Москве дома сидим. Я еще не готов. А, ну если только так. Не, я имею в виду, если бы на работе, я бы не... А, ну тогда да. Там слишком палевно, в любом случае. Так, а мы прошли этот подвал? Да. Да. А че так быстро? Мы крутые. Так, теперь надо идти куда-то вот сюда. Блять, лаги ебаные. А ты тоже раскил взял или это кто, блять? Сейчас. Крови пердит тоже. Сейчас приду. Это трупы взрываются. А это ты? Да. Ты, блять. А, все нормально, то, что их взрываешь, на мои не трогают. Тогда похуй. Так, где мой пивасик? Пивасик. Начинается. Алкогольный трип упал. Сейчас будет. Не, у меня был. Недавно. А тут еще это, тут еще квест рядом. Да, тут еще квест задание. До отпуска, до всего этого у меня был. Две недели, когда каждый вечер пил пиво. Так, ну пойдем сюда. Куда пошли-то? Не в данж, а сюда спуститься, я не знаю, в данж. Ну да, походу. А нет, это тайник экзорциста. Добудьте призрачную аниму нежити. А, сейчас подожди, она что-то пиздит. Важно не только найти убийцу. Монета тоже очень. Какое вкусное пивко. Я с кем ты пиздишь? Если через воздух разговаривает. Увидишь слабости других. Но те, кто ее. Тени деревенщины, видимо. Слетают с катушки. Потому что я вижу. Не знаю, кого мы там найдем, но если у врага монета, нам не поздоровится. Будь готов ко всему. А, ну в данж, соответственно, меня приглашает. Вот сюда? Да. Ты весь данж, это всегда хорошо. А это найти монету надо. Отдай монету. Монеточку? Монеточка. Как песню Кеша. О, а Дэн, то надо было еще и на 15 уровне проходить квест. Подсказки было. А, вижу твою бабу, она слепая. Да, с повязкой на морде? Ну да. Ей рано. Обычно каменоломня, да? Убейте всех противников. Не даже. Да. Почему-то выставился этот тайник экзорциста. Найди типа. Ебаные призраки, что вы такие жесткие, блядь?
Блять, моя молния пока летела по врагам, успела зацепить оленя. Бля. Я не хотел двух оленей. Он дох. А, бля, вообще был. Ой, еще сюда. Это ушел. Вот тот сундук один, да, и чуть-чуть дальше. Ой, там лук желтый. Ну-ка. Ой, получше моего, кстати. Эй. Хорошо. Эй, как долго откатывается стэп? Рывок. Что вот так дохуя? Алло. Ебануться. Ебать, еще две желтых шутки. И тот сундук, кстати. Бля. Блять, вас слишком много, мать вашу. Блять, я чего не уровень взял? Блять, амулетики какие-то падают. Димон, героя косплеит Тём. Что же за некро? Я изначально за них планировал. За родную душеньку. А угадай, какую ветку Пашка он качается на некоторые. А то, блять, не видно. Ну, не я видно. Не разбираюсь с тебя боюсь, честно. Ветку ну, крови. То, все все а красное, он... тебя вообще никак не смущает. Бля, по съебам. Блять! Я еще не готов. А, блять, этот заебал шаман. Дохни уже. Блин, бать, он пробежался через меня. Ебашили толпой. О, желтые штаны выпали. Отлично. Кто-то не удержал. Надеюсь, их постирали. Но они же желтые. Это понятно. А желтые спереди? Хороший вопрос. Ебать, еще жилка сыпется в этом доме. Да. Это, я помню, мы с Пашей играли с Пиваниным вроде, да, Тём? Угу. Когда вы бегаете, вам нихуя не падает, а мне, блядь, желтый напрочь. Блять, еще две желтых шмотки, ебать. Сань, просто наслаждайся. Реально. Я в этом данже не знаю, что 10 уже выбил. Я уж вообще не собираю ничего, кроме желтого. Чувак привязанный к столбу. Чего чувак написал? А говорит, чувак привязанный к столбу, вон. Даже два. Освободим. Ты просто святой. Освободить узников, кстати. Три штуки. Вот еще один. Ты просто святой. Ты просто святой. А, о! У меня какая-то бакира появилась. Насколько душа бакиры. Просто ходит туда-сюда. Ты снишь, что пиздел все это время? Нет, он с ней рано пиздел. А, ну меня не видно ее. Вон, на, с его ником рядом. Да-да-да, теперь ну, я не обращаю внимания.
еще желтый. У меня уже весь инвентарь в желтом. Я говорю, сытный данжик. Я у меня синь... нет. Синьку скоро буду. У меня еще камешки там есть. О, еще желтый. О, остатки узника какие-то. Упокоение. Ебать, ты упокоил. Лупишь, пидорас. Так, еще надо одного. А вот валяется. Выше, надо мной, рядом с Тёмой. А да тут сундук. О, ключик с него выпал. Угу. Так. Ко мне идите, тут сундук открой. Мама. Вот, а, ой, ебать. Пойдем, он ж... это, толстокожий. Вы все, если кого не любим, пиздец. Еще что и еще желтуха. Я говорю, вообще пиздец. Я реально уж почти на... Блять, я сдохнул, ёпта. Нет. А это все потому, что ты нас не позвал. Они что, его уже запиздили? А, не. Бля, меня убили. Сука, ёбаные зелья. А где Дэна убили? Да там. А ты не с нами, что ли? Нет. Ты зря, зря. Я же пошел брать задание этого своего данжа. Так, мы вон тогда было подождать. Задание данжа... Ну, я еще не зашел, вон у меня есть вход. Ну, сейчас как давай. Я возле него стою. Сани за данжем и... Ну вы сейчас пройдите это, я пока побегаю там это, поубиваю демонов. Покачайся пока. Ну зря ты Дэн зашел. Тут желтка нападала. Я думаю, у меня тоже будет желток валиться. Вот нихуя, у нас там почему Дима нихуя не нападал особо. В общем, данжа не было такого. Ну у нас технический данж практически не был. Ну вообще там еще два шага и все. Так, тут рычаги, их походу юзать надо. Давай, Саня, твой квест. А ты Санин квест или мы по общему квесту идем? Да, нет, мы идем вообще до данжа зачищаем, на самом-то деле. Вот он, не, а у меня просто сверху заброшенная каменоломня. Ну да, вот. Да. Но да. Это еще и данж. Это и данж. Но мой квест это самое, чуть назад надо вернуться. Да? Да. А хули мы? Ну, данж пока зачистим, как она кальпится. Я думал, мы вперед так ломимся за квест твоего. Мужик сейчас тобой. Ебать он такой, наебалов, да? Самый умный. Ебать, сапоги оранжевые, пацаны. Град. О, драконий посох выпал. На волшебника, на волшебника. Прибереги. 436 урона в секунду. Бля, ну как же ты тут сосыт на пол? У меня меньше. Дашь мне. Ай, понял, разобрать. Ну, бля. Да-дам-дам. Подогони, еще раз дам. Бля, портануть я к вам. Слишком сытно падает. Тут какая-то хуйня валится, все охуенное какое-то. Да у меня уже инвентарь, я уже синий выкидываю шмотки. Ебать, меня переебали пацаны вот эти здоровые. Да, мне тоже. Да, здоровые больно бьют. Ой, еще желтый. Аналогично. О, резь на меня, резь уже. А как тебе резнуть? Да вот душа летает, видишь? А, давай сейчас стой. Поднимаю. Спасибо. Хуй знает, я поднял или Саня. Спасибо. Тем не менее, блять, это просто пиздец какой-то с этого данжа. Так, чё бы кучнуть? А, точно. Мне кажется, сейчас надо будет идти это продаваться. Да. Слишком много это. Да, только прилетай, Дэн, чтоб пока я это. Я еще и уровень тут получил. Скоро еще один получу. Да, один. Блять.
Я его заморозил, он меня. Я еще не готов. А хули он такой живучий, блядь? Он еще штаны. Сука! Я сисеньку выкидываю. А можно я ломать, кстати, предметы? Еще желтух. Нет? В инвентаре предметы ломать, пацаны. Не. Ай, бля. Ой, блядь, там хуя белый поднял. А в событии что? Это событие осквернённое святилище. Тоже за время надо захуярить вроде бы. Да. А отразите 5 атак. Ёпта, за 40 секунд, нихуя себе. Мы не успеем. Они слишком жесткие. Особенно он здоровяк этот. Вампир. Никуда он убежал, ебать. Я, собственно, его и хуярю. Да понятно, но. О, курьер пришел. Я еще не готов. Мы не успеем. Ну секунд. Давай. У нас еще много атак отразить надо. 35. Ну да. В принципе, да, не успеем. Нужно больше времени. Ну ладно. Так, я отошел на пару минут. О, колечко. Так, Дэн, а ты где? Вот кидай мне торговлю, торговлю кидай мне. Чего? Торговлю кинь мне. А ты не можешь просто скинуть? Так мало ли попадет в данжи. Он тебя не отобразит, наверное. А, кстати, да. Почему? Я ж скидывал кому-то. Вот, упал? Ты где вообще? Вот он. А. Всё. Так, где он? О! Поставить, нахуй. Я тебя хоть мощнее пиздить буду. Пока Дима отошел, я в город пойду все это. Надо инвентарь очистить. Да, да, я тоже, наверное, схожу пока. Я смогу вернуться? Конечно. Ну, на Диму вернемся. Что? Так в портал все, зайдешь и все. А, ну, в принципе, да. Только из города не выходи и все. Я тоже в город смотаюсь. Слышишь? Что-то прям вообще сытно тут насыпалось, просто вообще жесть какая-то. Пока в сундук сложу все. Ой. О, я вернулся. Зачем ты это сделал? Да, не станный Дима. Дима сейчас говорит, да вы охуели. О, еще желтуха. Вот в такие данжи мне нравится ходить. Где сыпется, как не в себе. А вы тут не все, что ли, прошли? Нет, мы пошли на это, на продаться. И разгрузиться, а тут что-то слишком многовато. Для сельской местности. Ебать, цены у вас. Угу. Эти, не, я пошел это, собирать. Эти, самоцветы. Выгодная сделка. Ебать, все деньги потратил на эту хуйню. А если что, вернулся назад? Я тоже, возвращаюсь. Вас жду. Вот это данжик, блин. Помимо этого всего. Так, я пособираю остальное с вами. Ладно. Возвращайся в домовую фигню. А я помню, Стёма, когда играли. Тут еще желтухи, у меня выпало. То там это самое, как его. А тут тоже какой-то данж нашли и фармили его. Там тоже, ну не так падало, кстати, желтуха. Как в этом данже. А, влево. Тут, походу, басяндр будет сейчас. Угу. Ой, тут сундук. Давайте сначала совсем влево. Да, давайте, все зачистим, мало ли еще что-нибудь нападает. Да. Может еще. Может быть усилиться. Рыжая шмоточка выпадет. Лишь не будет. О, ножик желтый. Хорошо. Но у меня сапоги. Тут походу, если желтый выпадает шмотка, оно все. Оно все выпадает, только у каждого разное что-то свое. Не-не-не. Вот. Рандом. Да, абсолютный.
Ну, вот вы то, что я вперед немножко ушел, когда вы же за мной вернули, когда прошли, у вас... Я смотрю, вы про желтуху никто не написал. Не, почему у меня же желтый меч выпал? А у меня там 4 шмотки было. Там. Когда я, ну, говорю, я без вас немножко вперед ушел, думал, что вы дальше пиздавали. А вы видите, как зовут босса? Каза. Поганище. Каза. Автоядовитый пидарас. Ебать он относит. Нихуя он ядом херашит. Я наверх пойду. Я не хочу стоять под ним. Я издалека бью, потому что я магичка. Я тоже издалека, я лучник. У меня основная атака это ближнего боя. Ебать! Он меня сразу потравил. Хуярьте, пока он ослабленный. Да все, все. О, ой, еще желтых. 2 желтых. Ну вот, видишь, у меня 2 желтых. Дэн, сколько выпустил желтых шмоток? Да. Но не, он может ладно пройтись тут по локации и, скорее всего, их увидеть. Так, пойдемте, да, дальше квест выполнять, я еще квест не выполнил. Тебе немножко назад надо будет вернуться. Давай. Запомните эту шахту, пацаны, запомните. Надо будет в нее вернуться. Если что, она называется пустая шахта. Отдельно доставляет. Нас хотели наебать, очевидно. Да-да-да, кого хотели наебать, пацаны? Здесь не те ребята, не надо шутить с кем-то там. Так, а учитывая, что это первое прохождение, за него еще бонус дали. Ну, первое прохождение данного данжа. Ебать нам бежать. Ну, я синие шмотки пособираю свои, которые повыкидывал. О, сундук, кстати, не открыли. Так-так-так. Блять. Шляндра выскочила еще. На. Нет, сундук не открывается. Желтая шмотка. О, желтое еще один. И бриллиант. И синяя желтая шмотка. Соберусь. Вот, а че вот это за хуйня? Расколотая душа Бакиры. Тебе с ней поговорить надо? Там, наверное, какой-то квест еще будет. А, ну вот она, да, вот это вот сестра, наверное, Бакира, а вот валяется трапец. Мне с ней надо попиздеть. Да. Ну, у нее записка валяется. Я видела, как в сердцах копошатся черви. Чужие опарыши. И шрамы. Рубила, где она указывала. Это не могло продолжаться. Лилит, имеешь в виду? Наверное. Прости меня. Сестрюха. Блядь. Когда я прочитал «Растягай рыбой», я предполагал «Растягай», как в этом было, в Ниве. Нет уж. Чё они такие маленькие? Она моя! Ты её не получишь! Потому что ты больше не в желике. Ага. Ебать, она меня ебала! Поебала! Зай, ты нам будешь наказана. Лизана, я пыталась убить себя, чтобы... Просто за наносек наказали. И все равно пришлось. Но ты сражалась хорошо до самого конца. Ты хорошо меня обучила. Облучила. И что дальше? Увы. Какое-то зелье выпало из нее. Ага. У меня нет. И что дальше? Наши с тобой пути разойдутся. Ты видел мастеров в деле. Одного даже одолел. Мне тебя учить нечему. Ладно, мне тебя а учить Бакиру... нечему. Ты слишком крут. Ну серьезно? Да, так сказал. Ну не то, что я займусь. Ну рассказал, мне тебя учить. Еще надо доложить сестрам. Мы там уж что за килом пришли. Пусть решают, как с ней поступить. Ты молодец. Прости, Марио, принцесса другой. Как она? Ладно. Игре. Я, кстати, посмотрел Марио. Вы смотрели?
Прикольно, мне понравилось. Я собираюсь. Это... Все говорят, что охуенный вообще. Так, ну и что, я прошел дальше. И дальше-то что, все? Мне дали скилл, получается, или что? А, мне нужно... Тебя прокинули, мне кажется. Подожди. И где смотреть этот скилл, Тёма? В этом же специализация, серия приемов. А, во. И что, и как и у тебя? Базовое умение. Это скилл какой-то или что это? Ну, теперь на S нажимаешь. Ну и нет у меня серии приемов. Скилла. Ну, на X нажимаешь, и у тебя должен новый скилл появиться. Нету. Может, это пассивный какой-нибудь? Базовое умение теперь увеличивает длину серии приемов. Основное умение расходует приемы серии, вызывая... А, базовое и основное, которое у меня будет стоять, она увеличена теперь. Ебать, тут квестов, пацаны, еще открылось. Го ко мне. Сейчас, погоди. Мой этот квест, давайте пойдем. Давайте тебе Дэновский. А у тебя же нет 25 уровня? Или на каком он? Ну, я не знаю, у меня там уже есть этот, как его, проход в пещеру. А, ну давайте, чё, полицейский.